Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас, а я не помню, какой это, 28 февраля. Эта лосиная морда добралась до аистов. Там открыли, чтобы проветрить. Этому же надо обязательно посмотреть. Пожалуйте, кумушки. Что такое? Что? Что ты опять бычку бучишь, а? Тихо. Приходится давать по ушам, потому что чуть-чуть это самое забывает, кто он и что он. Сегодня хороший день. Там Вероника Георгиевна пока некоторые ля-ля-ля. Иха, их, пойдем побегаем, их. Иха, пойдем, мы хорошие, пойдем, мы красавицы, пойдем побегаем. А потом я вам размольчика дам. Пойдем, их, пойдем, ну пойдем, пойдем, мы хорошие, пойдем скорее, пойдем. Волчарищи. В принципе, все, слава богу. Чего, собственно говоря, и вам желаем. Но самое радостное для нас то, что Маша, она что ты, Маша? Ну что? Она лоскунчик такой, от страсти прикусывает чуть-чуть руку. Что Маша не запустила ЖКТ, пробка у нее вышла каловая. Когда медведь останавливает на зиму пищеварение, моя красавица, у него создается каловая пробка. А по весне, почему в лесу орет медведь? Потому что эта каловая пробка жутко больно выходит. Вот. Да? Ты моя красавица, ты моя душенька, подруженька, моя девочка, моя солнышко любимая. Да? Я тебя люблю, моя душенька. Осиная морда обиделся, что его не дали попадаться. Ну ты мой сладкий, вы мои хорошие. Ты мой дед. Ну короче, снега навалило столько, что я подготавливал эту штуковину, что будет. А не рассчитал то, что это открывается вовнутрь. Я там прочищал, но так получилось последний снегопад, и все, к ним просто не войти, дверь не открывается. И невозможно открыть. Да, мои солнышки, да, мои лапочки. Да, поиграть не с кем. Да, поиграть нельзя, не получается поиграть, покусаться, похвататься, крючочки поиграться, да? Вот. Енотиха. Новая, которую привезли с Соню, она у нас закопалась в сено. Вернее, не в сено, она то, ну, залезла к бусе со стешей. И все в порядке у них. Ну, это и стингеры. У них достаточно тепло. Мы, скажем так, второй день не включаем М-обогрев на легкий плюс. У них, ну, в принципе, нормально. Сейчас Вероника вот чуть-чуть открыла, чтобы проветрилась. Арха стала лучше. Мы купили вот эти дубовые веники. Благодаря вам, вашим денежкам, что вы нам помогаете. На 3000 съездили. И вот они. Арха стала лучше гораздо. Видимо, чуть-чуть надо меньше фруктов добавить. Больше овощей и веточного корма. Да? Вот, она стоит, нажевывает, все в порядке. Пиндосов еще не кормили. У нас тут произошел, я не помню, рассказывал вам, не рассказывал, массовый побег. Вот новый замок, который... так, секундочку. Вероника Георгиевна
Здравствуйте, Вероника Георгиевна. Кого не кормили? Лисы не кормленные. Большим хищам я дал мясо. Так, Буся не кормленный. Разморожен. Буся сейчас наверняка спит. С девками. Аисты, совы, пиндосы. Аистам, совам ничего не разморожено. Произошел у нас массовый побег. Замок сгнил, открылся. И вот эти вот. Что, Степа? Степа был поколочен немножечко. Потому что висел на дверке, она вот так открылась. Здесь гуляли Дундель и Ксюша. Ну, Дундель, она у нас ручная, ее просто взяли и занесли, а Ксюша сама забежала. Я не помню, рассказывал вам или нет. У нас это все дни, они сливаются. Что ты, Степ? Что ты, Матрас? Сейчас будем кормить дальше. Ладно, дорогие друзья, спасибо, что смотрите. Спасибо, что пишете комментарии. Рен Глаз Фореве. За то, что бьетесь там в комментариях. Ну, тут уже сколько неадекватных комментариев, столько мнений. Ножик есть. Бедняжечка моя, мучится она. Мучится моя девочка, мучится мой лосеночек. Вот, их иди и помоги. Я уже помогу по ушам, уже пытался помочь. Иди помоги. Помоги, мой мальчик. Помоги, мой красавчик. Нет, у меня. Помоги, помоги. Где у тебя кровь была? У нас на левом ружке. Эй, гражданка, вы, бля, это самое-то.